Всем привет! Я знаю, вы любите такие истории, поэтому решил снять видео. Катаюсь я, значит, по Албаниям всяким, Черногориям, никого не трогаю. И приходит мне сообщение из нашей мастерской вместе с видео. Значит, вот такая история. Купили мы под один из заказов супер крупный, яркий, чистый цварит. Помните, да, он же зеленый гранат, он же африканский изумруд. Ну, я много раз рассказывал, что 2 карата, это уже считается крупный, 2 карата, это уже инвестиции, это крупный, он в цене растет очень быстро. А тут был заказ на 10 карат, ну и, собственно, мы долго искали и в конце концов нашли. Сейчас машинка проедет. В конце концов нашли, значит, огранили его, сделали на него документы и... Перед тем, как отдавать покупателю, еще раз просмотрели внимательно. У меня сейчас тройной контроль, я стараюсь сделать, да. Один человек смотрит огранчик, потом еще один, потом еще один. И увидели, что там есть какие-то микроцарапины, решили их полирнуть. Закрепили его специальную закрепку для полировки. И наш великолепный зеленый цварит лопнул на 2 части. Вот, посмотрите. Значит, ну прям, знаете, как серпом по коленвалу мне сразу. Дело в том, что он был действительно очень чистый, он был натуральный. Я предвижу, сейчас диванные знатоки начнут писать, что это была синтетика, это его разбили. Нет, его не роняли. Я, во-первых, доверяю этому огранщику, он очень-очень опытный. Во-вторых, в это время рядом были еще 2 человека. Там не было трещины какой-то продольной. Но вот видите, бывает, оказывается, и такое. Скажу вам сразу, что... Потерял я 28 тысяч долларов. Вот, видите, за один такой чпоньк, и все. И нету. Ну, вот, собственно, такие бывают истории. Поэтому, почему он лопнул? Скорее всего, знаете, есть такое понятие, как внутреннее напряжение. То есть этот камень, он был очень чистым. И, возможно, структура была как-то перекручена, да, и он постоянно находился в напряжении. Ну, может быть, слышали, если сильно упростить, то... Бывает там перекаленные, например, перекаленное стекло, которое само по себе лопается, да, вот у камней тоже такое бывает, к сожалению, что не хватает там, вот еще один микрон ты сполирнул, и все, он развалился на 2 части. Это по поводу рисков, во-первых, во-вторых, это по поводу ваших вопросов, почему ты не покупаешь совсем вообще не огран. Смотрите, ребят, даже камень, который уже хорошо огранился, видите, при попытке его полирнуть, может лопнуть. А с неограном это происходит вообще постоянно. При попытке нагреть тоже я говорю много раз, да, что камни лопаются, разваливаются на несколько кусков, и вообще бывает всякое самое разное. Вот, собственно, такая печальная история, но, собственно, я отношусь к этому философски, потому что это рабочий процесс, он у всех такой. Всем хорошего отдыха, не болейте, берегите семью, я пока еще катаюсь. Всем пока.